Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередное прохождение битвы гильдий с прокачанными уже питомцами на тестовом аккаунте. Немножко я решил их докачать, и также мы потестируем мой дев с героями, так как сегодня битва гильдии, у меня в принципе выставлен дев. Попробую своих героев против самого же себя. Так, поехали. Винг будет нагибать основу. Так, супер пэтл мы пока не трогаем. Поехали, обычных попрокачиваем. Но мне больше всего интересно вот эти вот. Их до 31-го докачать и потестировать. Так, все, закончилось. Быстро мана закончилась у нас. Сегодня, к сожалению, не продают. Такс, хорошо. Придется нам с вами немножко и в рейды побегать. Так, интересно, хватит нам? И, наверное, нам, скорее всего, не хватит. Ну, 31-й самое основное. Даже не знаю, кого мы сейчас тут встретим. О, ничего себе. Ну, на таких можно нападать. На таких нападать не страшно. Ну, на моей силе, вижу, еще не все так плохо. Так, Феникса тоже качаем. Феникса побольше выпало, нежели Цепа. Так, и кто там у нас еще? Кролик, да? Так, хорошо, значит, у нас будет такой вариант. Так, тут мы качнули. Вот девятку, самое главное, девятку качнуть. Плавал мы потом уже добьем. Так, начиная с 31-го. Девятка открывается, есть. И ролик у нас уже максимальный тоже. Так, отлично. Поехали. Другу есть. Сюда Феникса поставили. Сюда ставим. Блин, немножко неудобно. Так, тут у нас будет вариант такой вот для теста. Есть. Тут кролика ставить, я не знаю даже, есть ли смысл. Так как он работает с атаки, тут лучше поставить. Цепа. Так, тут так и оставим. Отлично. Землеройку мы, наверное, уберем. Так, смотрим. Ну, тут я не знаю насчет того, стоит ли попробовать на барда. Ладно, попробуем, пусть будет на барду. Там мы сейчас что-то другое интересное поставим. В принципе, еще как вариант есть чикабу. Конечно, это печальный вариант, но почему бы и не попробовать. Так, о, отлично, еще немножко подкачать статки.
Такс, хорошо. Ну, вроде как бы всех собрали. Ронин у нас есть. Единственное, что мне на аккаунте не хватает, это истинной веры. У нас нету реса, правда, у нас. Попробуем без реса пройти. Топ-5 и напасть. Еще на самого себя. Такс, поехали. У нас лис. У нас будет сейчас все очень интересно. И очень жарко. Может и нет. Так, юнита убрали. Минотаврик. Вот видите, вот. В чем плюс барда? Вот, многие ребята спрашивают, какой прикол от барда. Он реально круто ресает героев. Правда, не тогда, когда надо. Надо было его в конце выпускать все-таки на добивочку. Да, ребятушки, вот так вот. Шанс слива просто максимальный. Но и вообще нас разобрали. Так, первый слив есть. Ну, мне самое главное посмотреть на то, как будут набивать питомцы. Самый основной будет тест от своего дефа. Я немножко неправильно, можно было, конечно, еще и взять эту седну. Надо было барда нам просто не кидать. У нас просто бешеный Минотавр. Посмотрите, что делает. Блин, вот мне нравится Минотавр в такой сборке, он просто кайфовый. Там уже некоторые подохли, а тому пофиг, он живет дольше всех. Так, ну, бардик добил. Вот так вот надо было на первом, в принципе, проходить. И слива бы, я думаю, не было. Но это такое. Так, что у нас тут? Тот же самый вариант, отвлекаем. Раз, два. Минотаврик, Ронин. В общем, имеете Минотавра, имеете дрога максимальной прокачки. Никакая раста вам не помеха и не предел. Поехали на этого посмотрим. Я стараюсь растягивать по максимуму героя по всей карте. Так, Минотаврика нашего немножко подблочили. Ух ты. Сплюхи вынесли. Сейчас подобьют юнита у нас. Попробуем запустить Минотавра. Еще разок. Так, юнитов добили. Выпускаем барда. Я надеюсь, бард сейчас просто включится. Не сольется, как последний. Потому что если он сольется, то это будет печаль. А он, судя по всему, сливается. А мне надо, чтобы он включился. И включил, конечно же, запустил Минотаврика. Ну, смотрим. Ну, в любом случае, как видите, плюс прокачки на 9-й скилл. У нас здания начали рушиться намного быстрее. Я это очень замечаю сейчас. Плюс... У нас есть лис, который просто чудесно делает. Ну, в принципе, я так понял. У нас тут риса вряд ли стоит ожидать. Ну, мы так добьем. Солнце должны, по крайней мере. Даже такая сборка старенькая, без истинной веры. Очень даже ничего, я вам скажу. Так, съешь, что у нас? Где-то один есть. Пропустили 700. 75. 73.
Мне интересно, я сам себя точно так же разберу налегке. Твой основной аккаунт. Уже будет посложней. Вот мне нравится, смотрите, Минотавр ушел в инвиз под маской. Ну, практически. Немножко нам не хватило, чтобы добить сейчас. Ну, ударит. Чудеса просто. Вот просто чудеса сборок. Ну, дальше уже по классике. Да, на первом мы поспешили барда выпустить. Тоже, в принципе, неплохо. Мы уже на 6-м месте. На 1-м и на 6-м. 18 и 8. А, так, теперь самое интересное. Я хочу попробовать напасть. У меня нету буковок здесь. То есть я еще их не ставил. И вот мне интересно самое... Это божество. Как оно... Относительно держится пока что. Сейчас попробуем убрать юнитов. Минотаврик, покажи класс. Не захотел. Ладно, пробуем дальше. Ну вот видите, я налегке, в принципе, даже такими юнитами. Это у нас реса нету сейчас. процентов. Да. Без проблем проходится любая раста, любой топ. Резнули всех. Что ты не ставил? Единственный вариант, мы еще потестируем, поставим буковки. Но это не особо спасает. И возможно я поставлю еще стрелка как вариант. Минотавр разок приложился. Интересно, еще разок приложится. Да, вот смотрите. Два раза, в принципе. Ударил. Это при том, что это еще не максимальные прокачки. Раста проходится налегке. Надо будет еще потестировать буква, но это не спасет. Видите, мои герои не пробивают. Ну, пробивают по чуть-чуть, конечно, барда, но очень, очень сложно. Вот опять же, дошли практически. 100 возьмем, думаю. Без проблем. В общем, надо будет что-то менять. И тестировать, но... Как видите, любая раста проходится. Вопрос только в том, кто-то имеет все герои, кто-то не имеет. Но пройти можно абсолютно любого. Без проблем. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите следующих тестов. Всем удачи, всем пока.